Избавление от вредных привычек – только одна составляющая борьбы за здоровье нации. Вторая – утверждение здорового образа жизни в качестве нормы. Это и массовое распространение ЗОЖ, и создание всех необходимых для этого условий. Об укреплении здоровья жители Ульяновской области говорили на первом региональном тематическом форуме. Говорили о пропаганде ЗОЖ не только сами медики, но и главы районов, специалисты по физической культуре, депутаты и общественники. Ульяновская область стала крупнейшей региональной сетью Российской ассоциации «Здоровые города и поселки». Ее участники – все муниципальные образования, что позволяет им обмениваться лучшими практиками с другими регионами и представлять свой опыт. Ваша территория – одна из, наверное, единственных в Российской Федерации, где все муниципалитеты вступили в ассоциацию «Здоровые города, районы, поселки». У нас для сравнения просто, у нас одна территория, в этом году вступит еще 7. У вас все. Вологодская область, откуда все начиналось, они тоже пока все не участвуют в работе своей ассоциации, которую губернатор их собственно создал. На форуме провели заседание Межведомственного координационного совета в сфере охраны здоровья граждан. Из позитивных итогов за 9 месяцев этого года детская смертность в Ульяновской области снизилась на 33%. На 1000 родившихся приходится 3,8 случаев смерти, тогда как в России 4,8. Далеко, наверное, не все верят о том, что здоровый образ жизни и вообще в целом это направление является главенствующим. Ну, мы так уж честно можем сказать о том, что если сейчас вот проявить некую строгость, то увидим о том, что и здесь есть люди, которые могут себе позволить сварить не один литр самогона. На форуме также обсудили реализацию регионального проекта «Общественное здоровье», который входит в национальный проект «Демография». Основными национальными целями в указе президента Владимира Путина являются повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.